Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. Сегодня протестируем с вами еще одну новинку от компании Kensonic. Напомню, что в 2017 году они обновили линейку своих видеорегистраторов. Вышло 4 модели, 2 из них основные, это Zoom и Dual. Отличаются они тем, что модель Zoom идет со вторым объективом с приближением, а Dual имеет 2 одинаковых камеры. Для чего нужны 2 одинаковых камеры? Во-первых, это, конечно же, в первую очередь видеофиксация того, что происходит в салоне. Эта возможность важна в первую очередь для служебного транспорта, особенно если автомобиль используется для оказания каких-либо услуг. Это и транспорт, ДПС, кареты скорой помощи, автобусы, маршрутки и такси, особенно с учетом роста популярности онлайн-сервисов с доступом для работы на своем личном автомобиле. Даже сам факт осуществления видеосъемки поможет остудить пыл неадекватных пассажиров. Для водителя же это страховка от подстав и железобетонные доказательства невиновности. С традиционными регистраторами, если требуется съемка салона и дороги, это или вариант с двумя отдельными регистраторами, или модели с выносным блоком, или такой регистратор, как Kensonic Z1 Dual GPS. Последний вариант самый простой в установке и обслуживании. Он в коробке из плотного картона с подробным описанием по техническим характеристикам. Вся информация приведена на русском языке. Комплектация включает компактный крепеж с двухсторонним скотчем, крепление с присоской, блок крепления с GPS-антенной, кабель USB, зарядное устройство, прикуриватель инструкции, гарантийный талон. Выполнен Kensonic Z1 Dual GPS в удлиненном корпусе, по краям которого вывезены поворотные блоки с оптикой. Поворачиваются они независимо друг от друга в диапазоне 180 градусов. Можно установить как обе камеры с направлением в сторону дороги, но в этом случае лучше взять Z1 Zoom для приближения номерных знаков или развернув одну из них в салон. Независимо от блока, угла обзора хватает для съемки всего салона, но из-за особенностей расположения левый блок делает акцент на водителе. Правый, соответственно, на боковом пассажире, задний ряд фиксируется двумя камерами практически одинаково. Контролировать съемку можно с помощью двухдюймового дисплея, выведенного по центру стороны, обращенной к водителю. По умолчанию вводится картинка с двух камер. Нажатием на кнопку можно переключаться только на одну из них. Всего же с каждой стороны по 3 механические кнопки. Каждая подписана, разобраться с управлением несложно, плюс есть подробная инструкция на русском языке. Лицевая сторона Kensonic Z1 Dual GPS защитной металлической пластиной темного цвета. Сборка качественная, все детали идеально подогнаны друг к другу. Все разъемы выведены на верхнем торце. Тут порт для подключения GPS, порт питания, AV-выход для вывода изображения на внешний монитор, тут же кнопка остановки записи. На нижнем торце слот для карты памяти microSD, поддерживаются емкие накопители, а также кнопка включения. В комплекте есть 3 варианта крепления. Это крепеж с вакуумной присоской, площадка с двухсторонним скотчем и площадка с GPS-модулем. С учетом того, что в Kensonic Z1 Dual GPS навигационный блок внешний, основным будет, конечно же, площадка с GPS. Остальные, скорее, в качестве резерва. Все крепления поддерживают поворот вокруг оси. Снимается и ставится видеорегистратор несложно. Упрощена скрытая прокладка кабеля за счет длины комплектного адаптера и расположения разъемов на верхней грани. В настройках этого видеорегистратора можно выбрать тип съемки. Это Full HD для съемки с двух камер или HD только с одной из них. Сдается длительность роликов, качество видео, штамп записи, ручная экспозиция и цветовой баланс. Навигационный модуль в Kensonic Z1 Dual GPS используется для фиксации скорости движения, данных с датчиков и маршруты движения. Все эти данные записываются штампом поверх видео. Также блок помогает синхронизировать время при включении. В идеале, конечно, хотелось бы видеть поддержку оповещения по камерам контроля скорости, но пока этот функционал еще не поддерживается. Kensonic Z1 Dual GPS получил обновленный процессор и матрицу. По сравнению с предыдущим поколением потянули качество записи. Максимальное разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Во время тестов мы развернули левый блок для демонстрации съемки в режиме 360 градусов. Дневные ролики с хорошей детализацией, номерные знаки, разметка, знаки видны на большом расстоянии. Запись салона без нареканий, компенсируется меньший уровень освещения. Для ночных роликов доступен режим динамического диапазона, детализация сохраняется, все участники движения и дополнительная информация читаемы. Запись ведется в расширении MOV, кодек H264, 1 минута 120 мегабайт на карте памяти. Подводя итоги, Kensonic Z1 Dual GPS – функциональный эффективный вариант решения вопроса одновременной съемки салона автомобиля и дороги. Поворотные блоки камер с одинаковыми матрицами, стеклянными объективами, углом обзора 150 градусов, простота установки настройки и минимум проводов в салоне автомобиля. Если не требуется фиксация скорости и маршрута, можно сэкономить и выбрать вариант Kensonic Z1 Dual. Она отличается только комплектацией. В качестве альтернативы с дополнительным преимуществом по съемке номерных знаков рекомендую посмотреть наш обзор Kensonic Z1 Zoom. Всем спасибо за внимание и пока-пока.